Деньги в землю. Аграрии региона могут рассчитывать на финансовую поддержку властей республики при покупке сельхозтехники. В рамках Дня поля попытались выработать дорожную карту, которой будут придерживаться при обновлении спецпарка. Рифат Фаткулин выслушал тех, кому нужна помощь, и тех, кто должен сделать. Оказалось, чрезвычайно непростой выбор между сеялкой и трактором. Тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, навесное и прицепное оборудование. Сегодня в сельском хозяйстве вроде бы как не кадры, а техника решает все. Хотя аграрии признаются, действительно все решают деньги. Правительство региона выиграло федеральный грант. Эта сумма составляет 455 миллионов рублей. Такую сумму мы получили по итогам деятельности за прошлый год. Вот из этой суммы 250 миллионов рублей мы приняли решение направить дополнительно на такую форму поддержки. 637 единиц закуплены в этом году сельхозтехники. На самом деле в перспективе 1000 тонн собранного зерна и кормов, гектары вспаханной земли и миллионы накормленных людей по всей стране и за ее пределами. Техническая революция под именем инновация. Новые технологии на решение старых проблем. На мой взгляд, это будет более правильный подход. То есть в целом мы за 2 года достаточно хорошо в этом плане приросли, но нам надо развиваться дальше. Развитие аграрного сектора – приоритет государственный. И в регионах прекрасно понимают, что сделать большое общее дело можно только, если самое маленькое фермерское хозяйство будет понимать, они никакой не винтик, они и есть механизм. Рифат Фаткулин, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика.